Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я работаю тестировщиком в компании SoftTeam уже 9 месяцев. Устроился туда после того, как закончил курсы SkillUp. До этого пытался освоить профессию самостоятельно. Знания кое-какие получил, но было сложно без посторонней помощи именно устроиться, потому что не знал всех деталей, всех нюансов. Хочу также сказать, что до того, как получил свою первую работу в IT, я даже ни разу самостоятельно не переустанавливал Windows. Вот. На самом деле, главное желание. Технологии все освоить можно. Конечно, преподаватели на курсах этого за вас не сделают, но покажут, в каком направлении правильно развиваться. Все происходит даже не здесь, за партой, а дома, получив нужные инструкции, вы работаете над собой, много работаете, и в итоге получаете успех. Что вы можете сказать о курсах SkillUp? Что на этих курсах мне помогли упорядочить какие-то знания, которые у меня уже были, ответили на те вопросы, которые у меня были, на которые я не смог ответы нагуглить, сориентировали по текущей ситуации на рынке, научили себя правильно вести на собеседованиях. И поддерживали до того момента, пока я не получил офер. Здорово. А вы порекомендовали курсы SkillUp? А я уже порекомендовал. Уже мой приятель записался и ходит на занятия. Здорово. Спасибо вам большое и успехов. Спасибо. До свидания.